Главная цель этого сотрудничества – обеспечить выпускников Рижского технического колледжа возможностью дальнейшего обучения в Венспилской высшей школе по образовательным программам в области точных и естественных наук, в особенности в области электроники. Мы будем предлагать возможность тем студентам, которые заканчивают уровень колледжа в Рижском техническом колледже, продолжать учебу на бакалавриате здесь, в Венспилсе, и потом, может, и на магистерском уровне. Договор предусматривает разностороннее сотрудничество, обмен и студентами, и профессорами, и ресурсами. Венспилская высшая школа предлагает хорошие лаборатории, что выделяет вуз среди других латвийских высших учебных заведений. В основном, конечно, польза для государства, так как Латвия небольшая страна, если есть отличная база для студентов, ее надо использовать всем, не только в каждом регионе, создавать новое и новое, одно и то же. Студенты могут быстрее учиться в том плане, что они учились уже 3 года, например, или 2 года в Рижском техническом колледже, теперь они могут продолжать бакалавраты и учиться меньше, то есть только то, что не хватает. Не все повторяется, только то, что они не учились там. Но это для студентов очень выгодно. Они получают второй диплом в довольно кратком таком периоде времени. Каждому будущему студенту обещают индивидуальный подход, сравнят учебную программу в колледже, пройденные дисциплины и количество часов, и в зависимости от этого предложат выпускнику Рижского технического колледжа поступить в Венспилскую высшую школу сразу на второй, а может даже и на третий курс. Ведь, по словам ректора вуза Гиты Ревалды, есть еще и самостоятельно приобретенный опыт, который тоже играет важную роль в принятии решения. Поэтому самая главная выгода для студентов – это экономия времени, затраченного на учебу, и, конечно, приобретение ценной профессии, которая, к тому же, очень хорошо оплачивается. Этой возможностью можно будет воспользоваться уже совсем скоро. У студентов, конечно, интерес проявляется, так как мы им сообщили, нашим студентам, что мы сегодня заключаем договор, и после этого студенты поедут здесь посмотреть лаборатории, и уже в этом полугодии начнется реальное сотрудничество, используя лаборатории в учебном процессе. Мы поинтересовались у руководства Венспилской высшей школы, планируется ли аналогичное сотрудничество и с другими учебными заведениями по другим направлениям. Во многом это зависит от программ обучения, которые предлагаются в профессиональных учебных заведениях Латвии. Но хотя у Венспилской высшей школы сейчас в приоритете развития технического образования, тем не менее, вуз готов объединить силы и в других сферах. Анита Рыжик, Инжодзинш, Курзенское телевидение.